Здравствуйте, коллеги. У нас с вами второй день школы, завершающая часть. Перед таким серьезным рывком, перед серьезной интеллектуальной работой и следующими докладчиками я предлагаю немножечко отвлечься и поразмышлять на тему знаний и будущего. Для того, чтобы включиться в работу, давайте начнем с небольшого ролика о нашей компании и дальше поговорим с вами о знаниях. Российские ученые первыми покорили космос. Теперь они готовы первыми побеждать тяжелые формы рака. Более 450 исследователей БИОКАД ежедневно приближают мир к решению одной из самых острых проблем человечества. БИОКАД – ведущая биотехнологическая международная инновационная компания в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня. Современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. Крупнейший в стране исследовательский центр. Клинические исследования мирового уровня. Современное производство, которое активно расширяется. Строительство нового производственного комплекса нацелено не просто на импортозамещение, а на импортоопережение. БИОКАД обладает необходимыми технологиями и производственными мощностями, чтобы первыми в мире создавать новые прорывные инновационные препараты. Компания создает революционные препараты от самых сложных заболеваний – рак, ВИЧ, псориаз, рассеянный склероз. Сегодня БИОКАД реализует уникальный проект MabNext по лечению онкологических и аутоиммунных заболеваний. Это препараты будущего на основе моноклональных антител. Они способны спасти больше пациентов во всем мире. Моноклональные антитела – это основа современной иммунотерапии, активизирующей защитные силы организма для борьбы с болезнью. БИОКАД создает одни из самых передовых моноклональных антител в мире. Высокое качество моноклональных антител – залог победы в борьбе над неизлечимыми болезнями. Такого уровня БИОКАД добился, объединив инновационную систему моделирования молекулы с синтезом генов де ново. До этого в мировой фармацевтике антитела искали, перебирая максимальное число случайных кандидатов. БИОКАД сделал поиск направленным. Отобранная молекула с помощью математического моделирования оптимизируется под конкретную мишень, а потом воспроизводится в реальной лаборатории. Все полностью автоматизировано, от дизайна до пробирки. MabNext – это более 20 инновационных разработок. Антитело к рецептору PD-1 – препарат против меланомы на основе моноклонального антитела, способный повысить выживаемость пациента. Антитело к интерлейкину 17 – прорыв в борьбе с неизлечимыми заболеваниями, псориазом, ревматоидным артритом, рассеянным склерозом. Компания также реализует проект по созданию инновационных химических препаратов ChemNext. Новые научные открытия – достижения молодых талантов компании. БИОКАД тесно сотрудничает с ведущими вузами страны, академическим университетом под руководством Нобелевского лауреата Жереса Алферова. Поддерживает образовательный центр одаренных детей «Сириус». Компания выпускает более 45 продуктов. Препараты входят в перечень ЖНВЛП. Первый в России препарат на основе моноклональных антител, биоаналог ритуксимаба, биоаналоги трастузумаба и бивацизумаба. Оригинальные лекарственные препараты. Экстимия, Альгерон. Все лекарства производятся строго по международным стандартам GMP. БИОКАД построил первый в Восточной Европе завод по выпуску моноклональных антител. Сегодня он способен удовлетворить потребность российских пациентов в противоопухолевых препаратах и освободить страну от импортозависимости. Представительства компании работают по всему миру. Препараты БИОКАД широко востребованы за рубежом. Всего за 2 года сумма долгосрочных экспортных контрактов составила $850 миллионов. Из российских фармацевтических компаний только БИОКАД.
поставляет за рубеж готовые технологии по созданию лекарств на основе моноклональных антител. Компанию посетили известные в мире лауреаты Нобелевской премии по химическим и биологическим наукам. Американский молекулярный биолог, генетик Джеймс Уотсон, израильский биохимик Аарон Чиханове и пионер в области вычислительных исследований функциональных свойств биологических молекул Арье Варшель. Мы верим, что современная наука способна победить практически любые заболевания. Спасибо. Можно презентацию, да, теперь включить? Скажите, пожалуйста, коллеги, а кто знаком с компанией «Биокат»? Вы можете поднять руку? Есть такие? Достаточно много. Да, спасибо. Тогда все-таки несколько слов. Да, «Биокат» – это международная инновационная компания, биотехнологическая компания полного цикла, которая является разработчиком и производителем препаратов в области онкологии, гематологии и аутоиммунных заболеваний. Вы видите, что компания очень многого достигла за 16 лет своего существования, и планы, которые перед компанией стоят, еще более амбициозные. Естественно, без знаний невозможно этих планы реализовать, да, и достигнуть того, что мы достигли. Сегодня этот доклад представляю я. Меня зовут Екатерина Аполинская. В компании я руковожу направлением подбора персонала. То есть я не врач, не научный сотрудник. Я среди команды тех, кто помогает нашим научным сотрудникам достигать тех результатов, которые вы только что видели. Будущее за знаниями. Действительно, мир очень быстро меняется, стремительно меняется в последнее время, и скорость изменений меняется каждый год. Как можно за этим успеть? Если раньше мы получали образование на всю жизнь, то теперь мы сталкиваемся с реальностью. Это не просто слова, когда нужно получать знания и образование на протяжении всей жизни. «Биокат» всячески этому способствует. Здесь несколько слайдов про нас, но так как я вижу, что аудитория с нами знакома, я быстро их пролистну. Здесь вы видите нашу миссию, и я как руководитель направления подбора персонала могу сказать, что социальная ответственность и миссия компании – это то, что прежде всего привлекает к нам наших будущих сотрудников. Конечно, у нас очень серьезная система отбора, мы отбираем только талантливых, перспективных сотрудников, но к нам приходят не за новейшим оборудованием, не за возможностями, не только за этим, да, не за зарплатами, а за тем, чтобы помогать людям. И здесь, мне кажется, мы действительно с вами похожи. Что касается «Биокада» в цифрах, я думаю, что такой информации у вас не было, немножко на этом остановлюсь. У нас 1400 сотрудников, из которых 450 – это научные сотрудники, сотрудники R&D. Это достаточно много. Причем средний возраст нашего персонала 31 год. Это совсем средний, то есть включая водителей, всех-всех-всех. Очень молодая компания. На сегодняшний день у нас 46 зарегистрированных продуктов в портфеле и более 40 препаратов на разных стадиях разработки. Большое количество лабораторий, 26, производственные площадки собственные, все это про нас. Знания действительно необходимые для всех компаний, для биотехнологий, это просто, ну, без этого невозможно жить. И поэтому мы создали по образцу крупных международных компаний собственный корпоративный университет. Вы знаете, что все успешные крупные компании имеют свои корпоративные университеты. 2 года назад мы к этому подошли и создали КУБ, Corporate University of Biocat. Коротко КУБ, очень просто. Эта площадка действительно стала уникальной, и в сентябре этого года мы, вот буквально только что, даже в октябре, получили премию «Лучший корпоративный университет в России» по версии авторитетного издания «Trainings». Сейчас я хочу вам рассказать, как это работает и благодаря чему наши сотрудники достигают таких результатов. Значит, задача корпоративного университета – это прежде всего поддержание внутренней экспертизы компании на высоком уровне, да, это сохранение этой экспертизы, ее умножение и систематизация, потому что знаний очень много, их нужно каким-то образом сохранять. Это создание и поддержание развивающей среды. На самом деле очень модный тренд – самообразовывающая компания. Вот мы действительно не просто говорим про это, мы такую компанию создали. У нас сотрудники учатся друг от друга, и немножечко еще на этом остановлюсь в дальнейшем. Адаптация и помощь новым сотрудникам – это очень важно. И обучение работе в культуре эффективности. Все мы знаем, что можно быть человеком образованным, очень умным, но при этом абсолютно неэффективным. Над этим мы тоже работаем.
Структура куб, исходя из этого, достаточно простая и в то же время покрывающая все наши задачи. Welcome Center – это центр для новых сотрудников, для новичков, для того, чтобы они максимально быстро познакомились со всей нашей экспертизой, погрузились в работу и начали быть максимально эффективными. У нас проводят Welcome тренинг очный, он занимает целый день. Затем у нас есть Welcome курс дистанционный, у нас есть боты в Телеграме для новичков, где можно получить ответы на все вопросы, не отвлекаясь на какие-то административные, кадровые и другие аспекты, заняться своей работой, заняться наукой, заняться тем, собственно, ради чего ты сюда пришел. Дальше это и подробный план действий на период испытательного срока, потому что некоторые теряются и не очень понимают, да, бывает в компаниях, с чего им начать, чем закончить. У нас в этом смысле очень эффективная система адаптации простроена. Экспертный центр – это узкоспециализированные навыки. Здесь, безусловно, у нас огромное количество международных конференций, в которых принимают участие наши сотрудники, и международные, и наши российские федеральные конференции разного уровня. Дальше мы знаем, что человек, который увлечен своим делом, он испытывает потребность передавать эти знания. И используя эту потребность, мы, используя такую систему, которая называется Rocket Science, мы ее внедрили в нашем корпоративном университете. Каждый, кто посетил какое-то обучение или конференцию, мастер-класс профессиональный, он должен внутри компании создать круглый стол и, собственно, поделиться, научить членов своей команды тому, что он усвоил. Ну, вы знаете такой фактор, да, что человек окончательно усваивает информацию только когда он кому-то другому ее объяснил. Да? Вот именно этот эффект мы используем, и это замечательно работает. То есть съездил, поучился, собрал круглый стол, рассказал коллегам, систематизировал, выложил презентацию в наш корпоративный университет. Таким образом мы умножаем знания. Что касается Open Center, это обучение сотрудников знаниям широкого профиля. Здесь речь идет о бизнес-навыках, о школе лидера. Это так называемые soft skills, да, то, что позволяет нам быть как раз эффективными. Это может быть и школа публичных выступлений, это курсы английского языка, это очень большой блок в школе менеджеров. Как я уже сказала, сотрудники компании, в том числе руководители, очень молодые. Они могут быть и являются высокими профессионалами в своей узкой области, но при этом сталкиваются ежедневно с такими, сложными вопросами управления, да, как правильно поставить задачу, как достигнуть результата не только своими руками, но используя лабораторию из 50 человек, да, как контролировать, как мотивировать и так далее. Всему этому мы, конечно же, наших сотрудников учим, чтобы быть максимально эффективными. Давайте тогда пойдем дальше. IT-школа также у нас стала и существует. И, как я сказала, за 2 года наш КУП стал лучшим университетом в России. Вот так он выглядит. Это то, что мы видим на рабочем столе. Мы заходим, там сбоку наша фамилия, и начинаем работать. Сейчас, кстати, я покажу тоже маленький ролик, буквально на полминутки, про то, как наш сотрудник с производства Наталья, она использует, например, этот КУП. Наши производства сертифицированы по стандартам GMP. Вы видите, что это чистое помещение высокого класса чистоты, соответствующая одежда и персонал. Не просто так это рассказываю, там дальше в этом ролике будет показано, как один из наших сотрудников делает виртуальную экскурсию. То есть я, не заходя в эти чистые помещения, могу с помощью куба зайти в любую лабораторию, ознакомиться с работой любого оборудования, да, изучить, как работает производство и так далее. Вся эта информация открыта, все это есть на видео. Используются новейшие технологии, камера 360 градусов. Вот сейчас Егор, мой коллега, он покажет, как это в работе используется. Он сейчас это все снимает, выкладывает на куб. То есть о чем это говорится? Что любой сотрудник – это система самообучающейся компании. Он делает курс по работе с тем или иным оборудованием. Он делает экскурсию. Он делает какой-то перепост из научных журналов. Вот все это моментально может заливать на наш корпоративный университет. При этом там создана такая уникальная система поиска, подписок, и все это адаптировано к мобильным версиям. То есть наши сотрудники буквально, в развозке с работы едут, могут со всем этим ознакомиться, да, или не выходя из лаборатории.
действительно очень удобно, и, может быть, вы тоже решите использовать это в дальнейшем в своей работе. Вот, например, перед международным аудитом нам всем назначили курс по фармаконадзору. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Да, качество – это действительно полный контроль безопасности, это наш основной приоритет. И теперь даже бухгалтеры, сотрудники курьерской службы, все знают, что такое фармаконадзор и как действовать в той или иной ситуации, если мы получаем информацию о наших препаратах. Сейчас будут цифры. 1300 сотрудников прошли курс по фармаконадзору. В этой базе 2200 публикаций и 300 сотрудников посетили внешние обучающие мероприятия. Действительно, очень много. Ну, географический охват вы тоже здесь видите. Про нобелевских лауреатов уже упоминали. Я немножко в другом контексте хочу про это сказать, что образование образованием, но очень большую роль в освоении знаний является мотивация. И когда к нам приезжают нобелевские лауреаты или любые другие очень уважаемые opinion-лидеры, научные сотрудники, общаются, ну, даже не как я сейчас с вами, а гораздо ближе, да, у нас такой поменьше конференц-зал, и я вижу глаза наших сотрудников, они действительно загораются, когда вот, ну, такие великие люди рассказывают о том, как они достигли того, чего они достигли, когда они ходят по нашим лабораториям, удивляются, что это вообще возможно в России и в наши годы, и говорят: ребят, мы не верим, что вы такие молодые уже руководители лабораторий, как это возможно. Это действительно мотивирует и заряжает на дальнейшее получение знаний. Дальше я хочу перейти уже к другому аспекту, к тому, как мы формируем наш кадровый резерв и реализуем наши образовательные проекты, собственно, с государством. Да? Мы вообще являемся надежным партнером государства. Я думаю, вы часто видите, слышите про нашу компанию по телевидению, в средствах массовой информации, потому что мы то самое импортозамещение, про которое сейчас много говорят. Как хорошо сказали в ролике, мы действительно к этому стремимся. Мы не импортозамещение, мы импортоопережение. Да, действительно, государство очень удобно на те же бюджетные средства приобрести гораздо большее количество помощи, в которой нуждаются пациентам. Да? Поэтому у нас такое взаимовыгодное партнерство. В том числе мы очень поддерживаем наши вузы и являемся, как сказать, спонсорами, участниками очень разных образовательных проектов. Их не перечислить все, я вот буквально здесь несколько привела. 22 ведущих вуза являются нашими партнерами. Естественно, Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, у нас там есть своя кафедра. Недавно, этой осенью, мы открыли свой факультет в Пущино, ПУЩГИНИ. Это тоже был такой очень большой проект. Что касается более близкой для нас темы, мы являемся спонсорами высшей онкологической школы, да, если я правильно говорю, сейчас это появится на экране, да, и выплачиваем стипендии 9 ординаторам-онкологам. Вот, это про нас. Что еще я хотела сказать? К чему это приводит? Достаточно много экскурсий у нас проходит по лабораториям и производствам. Это действительно оставляет неизгладимое впечатление. Я всех приглашаю к нам на экскурсию, кто из Петербурга или кто может к нам приехать. Оставлю свои контакты через организаторов, связывайтесь и можете приезжать. Мы всегда к этому открыты. У нас много резюме в таком научных сотрудников в резерве, и при необходимости мы к ним возвращаемся. У нас активная работа по стажерам, и большинство стажеров становятся в дальнейшем нашими сотрудниками, конечно. Это наша работа с вузами. Хорошо, это то, что касается Петербурга. Да? Я знаю, что многие здесь из регионов. Что делать, если вы из региона, но у нас есть точки соприкосновения, вы хотите следить за этой активностью, тоже в ней участвовать. В этом году мы запустили уникальный проект, впервые в России, площадка, которая называется BioCap Pro. Это площадка, которая призвана популяризировать науку, на которой встретятся и ученые, с одной стороны, и представители, эксперты из бизнес-сообщества, то есть, ну, наши сотрудники, да, студенты и даже школьники. Там будут возможность после регистрации присоединиться к онлайн-образованию, пройти различные квесты и получить стажировку в нашей компании, может быть, выиграть гранты. То есть все проекты, которые мы спонсируем, и в которых действительно их много, можно ознакомиться на этом ресурсе. Да, и он такой является действительно научной площадкой, где можно вести свой блог, задавать вопросы, общаться с теми учеными, которые были представлены, и со многими другими.
Вот, это то, что я хотела рассказать про нас. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.